Дорогие наши женщины, девушки, девочки, Россия в высокой степени женская страна. У нас женщины одними из первых получили равные права с мужчинами. У нас женщины работают министрами, пилотируют самолеты, управляют поездами и заводами, городскими округами. И что самое главное, своими семьями. Я хочу сегодня поздравить вас с самым трогательным и нежным днем в году. Все лучшее в этом мире начинается с вас. Жизнь начинается с вас. Вы делаете нашу жизнь красивой, наполненной красками и смыслом. Пусть каждый ваш день будет наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. С праздником!